За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Они затопили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все сто. Думаешь, Асад ничего своим не сказал? О, конечно, нет. Сядь. Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый так, козел, не хотел твой, мне их отдавать. Правый мой? Не понял? Ну и так. Умница. Вряд ли они одни. Да. Над тобой. Ничего личного. Похоже, акведук проведен через это строение. Вряд ли мы оторвались. Будь осторожна. Будем надеяться, есть другой выход. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю.
Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Слышишь? Ну да. Ага, это акведук. Наверху есть пролом. Око Шивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь, один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Убери лапы, урод! Ну, пора заканчивать. Скользко. Верни мне мой диск. Подходи. Черт, получай. Довольно собрать. Ага, немного. Давай. Ударами. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Рейзер, стой! Хватит за что-нибудь! За что хочешь? А, черт! Фрейзи, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя ведь тут две, да? Да. Ладно, пойдем за диском. И пушками. И пушками.
Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха, но он и правда умел. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело. Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Вот сюда. Не спеши. Давай откроем. Охренеть. Скорее, священная корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт — это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком! Твоя история с Асавом интересовала меня больше! О. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего, я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней.